Art Done и Волга 2016. Все только начинается, но атмосфера поляны уже пропитана драйвом и невероятной энергетикой. О том, что самый грандиозный молодежный форум открыт, слышно далеко за пределами сцены. С фирменными кричалками своих смен сюда стекаются все участники. Форум проходит четвертый год и собирает самую талантливую и креативную молодежь Приволжского федерального округа. Чтобы стать участником, молодые люди должны были придумать и зарегистрировать собственный проект. В этом году молодежный форум «Иволга» побил рекорд по количеству заявок. Свои проекты зарегистрировали более 6 тысяч участников. И конкурс составил 3,5 человека на место. 2000 участников из регионов ПФО, более 300 ребят из других городов России в федеральной смене и иностранные делегации. Из Китая и впервые на Иволгу прибыли французы. Они автопробегом на российских машинах преодолели расстояние в 1000 километров от Москвы до Самары. Задача состоит прежде всего в том, чтобы наладить контакты с российскими студентами и другими учебными заведениями России. Во-вторых, представить свое учебное заведение и свою страну и рассказать о нашем проекте, который мы приготовили и который привел нас сюда. Это прекрасная идея организовать фестиваль здесь, объединить молодежь Европы, России и Азии. Я имею в виду китайскую делегацию, поскольку это дает возможность ребятам как общаться, так и делиться идеями. Кроме того, я думаю, это может изменить международную ситуацию, сделать молодежь ближе к друг другу, понять и реализовать совместные проекты. Форум продлится 10 дней. Каждый день расписан буквально по минутам. Программа включает в себя тренинговые занятия, конвейер молодежных проектов, культурные и спортивные мероприятия. Это является действительно самым большим крупномасштабным молодежным мероприятием. Вот, мы с удовлетворением отмечаем, что город Иволги растет. Об этом свидетельствует и инструктура, которая развивается, которая наполняется новыми творческими и содержательными элементами. Сегодня имел удовольствие пообщаться с ребятами. Вот. Ну и те несколько десятков минут, с которыми поговорили с делегацией одной смены, второй смены, третьей смены, можно сказать, что зарядился уже минимум на неделю. Работа форума будет разделена по 10 сменам. По всем направлениям ожидаются встречи с интересными людьми, учеными, олимпийскими чемпионами, политиками, представителями СМИ. У нас год от года растет и призовой фонд. В этом году он вырос на 2 миллиона рублей, поэтому у ребят открываются новые возможности по отбору и реализации собственных проектов. Каждый год Иволга имеет свою особенность. В год кино участники представят свои короткометражные документальные фильмы. Есть идея снять кино и про саму жизнь на поляне. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.